А ты почему такая расстроенная? Я боюсь, что ей придется падать с очень большой высоты. Может быть, мы неправильно поступаем. Я выглядела словно нахлебница, пытающаяся завладеть богатым мужчиной. Может быть, мы и не ровня вам, но вы не смеете унижать нас. Если бы я был такой плохой, как ты говоришь, зачем тогда я согласился бы быть поручителем? Прекрати клянчить деньги на нас. Арми должна узнать про его измену.